Приехал в Новороссийск на выгрузку. Смотри, на чем уже контейнера тут возят. Чего на газу? Газель на газу. Таскает контейнера. Хозяин машины. Давай, смотрим двигатель. V8 4.3. Ебаный урод. Блять, видишь, у него. А сколько ж мотор такой стоит? 350 царей. 350, да? Да. Вместе с коробкой? Да. Охуеть, блядь. Так у него глушители, смотри. С одной стороны и с другой выведенные, нахуй. И тойотовская панель у меня еще стоит. Все, выключай так. Да. Надо услышать теперь, заведи, послушай, как работает. Я говорю, ты ебать давно миллионером уже стал. По 100 рублей, брат, давай 100 рублей, как он открыл 100 рублей. Не работать не надо, блядь. Панель какая, вот видишь, она черная. Ну я в ней нету. Нету стрелок, да? Ну да. Я тебя включу зажигу. А, нихуя, на это еще, блядь. Хуя себе, японская, да? Ну да, с Хайсом, блядь. Хуя себе. Ебать, он работает. А ну чуть нажми газу. Нихуя себе, хуля, V8 нахуй.